правда, в этот театр попасть очень сложно. Многие из вас, вероятно, это знают, что как когда бы вы ни проехали по Таганской площади, стоит толпа людей утром, вечером, ночью. В теплые летние ночи ночуют на раскладушках в соседних дворах для того, чтобы успеть утром к перекличке и, значит, отмечаются, пишут на номерки на ладонях, как за мукой во время войны, и, наконец, все-таки кому-то удается за 10 дней, за месяц получить билет. А если это новый спектакль, например, «Мастер и Маргарита», то совсем невозможно прорваться даже и за месяц, и не только из-за того, что, как некоторые зрители требуют, предъявляя разные документы, пустить их на спектакль «Солдат и Маргаритка», в котором, как им рассказывали, показывают голую женщину. Вот. Не только поэтому хотят прийти в этот театр. Там, правда, она и не совсем голая. Вот, во-первых, по пояс, а во-вторых, спиной. Вот, спина красивая, если кого-то интересует. Но я думаю, здесь нет публики, которой придет смотреть только на голую спину Нины Шацкой, а наверняка придут посмотреть, как сделано это любимое всеми нами произведение в этом театре. Сделано оно очень интересно, почти без затрат. Мы не просили денег на этот спектакль, сделали его на старых декорациях.